Когда все лампы погасли, я подъехал ко входу в туннель. Ну что, не страшно? Я смотрю на... Это жуткая картина. Даже не видно, где в конце эта стена. Увидишь, когда доедешь. В том-то и беда. За секунду до твоего прибытия. Машина закрутится в туннеле, ударяясь то передом, то задом, пока не останется только... Кажется, он едет. Давай, Джереми, смелее. Боже, как буксует, сцепления никакое. О, господи, лампы не включаются. Господи, боже ты мой! Охренеть! Ну как? Вам это не понравится. Пока я парковался в боковом туннеле, Джеймс занял место на старте. Готов? Да. Так. Джеймс, Мэй готов. Мы вот-вот стартуем. Готов. Да, я достал шезлонг и хорошую книгу. Можешь стартовать. Резвый старт для Джеймса Мэя. Серьезная авария. Отправьте врачей. Встать можете? Хорошо, пойдемте со мной. Идемте. Я вызову скорую, и мы вас осмотрим, хорошо? О! Где он? Я видел, как он стукнулся головой о среднюю стойку. Он летел как бешеный, врезался боком в эту стенку. Скорая приехала. Вас отвезут в больницу, чтобы... У меня спина болит. Где? В середине или ниже? Да, там, где ваша рука. Вот здесь. Как себя чувствуешь? Паршиво. Машине пи***ц, да? Да, ей не здоровится. Тебе на ней отсюда не выехать. Ясно. Я в Вольво. Ничего не сломано? Похоже, нет. Голова цела? Шея болит. У меня... Хлыстовая травма? Молодец, что не умер. Когда Джеймса отвезли в больницу, нам осталось только одно. Внимание! Я еду! Включаю передачу. Так. Он едет. Торможу. Yep. Да. Yeah! Да! Я чувствую возмущение в силе. Ты приехал на всех четырех колесах, и штаны до сих пор на тебе. Да.